9 марта, раннее утро, рассвет, восход солнца над городом. В данном случае в кадре поселок Карачахур, Макиханово, часть города. Наблюдаем оранжевое небо. Итак, это 9 марта, оранжевое небо, восход от города Баку, в частности над поселком Батиханово или же Карачахур, в той части. Сами все видели, очень красиво, необычно цветать. Да, очень такие насыщенные, никакого фотошопа, все естественно, натуральное. 9 марта, меня зовут Никита Лисков, спасибо за внимание.